К большому сожалению, умер актер из волшебного мира Диснея от передозировки. Стали известны в результате вскрытия экспертиз американского актера кино этого хита Фримана, скончавшегося в возрасте 41 года. Согласно заключениям специалистов, которые транслируют ТМЗ, смерть артиста, начинавшего свою карьеру в нулевые на шоу «Волшебный мир Диснея» и «Скорая помощь» наступила в результате передозировки целым букетом неодобряемых законом веществ. Труп актера был найден в его доме в Остине. На счету Фримана 30 проектов: «Вернуть из мертвых», «Медицинское расследование», «Дом милый ад», «Зло внутри», «Ученик экзорциста», «Воин дорог», один из самых известных образов маньяк-манипулятор в нескольких эпизодах «Процедурала Кости».